Школа открылась недавно, но уже сегодня мы можем назвать ее одной из самых лучших частных школ-пансионов. Так, внимание! Сюда вход категорически воспрещен, идет ремонт, здание историческое 19 века. Смотрите, я для вызова пиковую даму. Давайте ее вызовем. Я тут кое-что нашел про эту усадьбу. Ее первой хозяйкой была некая графиня Боленская. И за 2 года она убила 19 детей. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Мама? Лично. Не трогай его!